Привет, друзья, всех приветствую. Мы сегодня начнем такой ряд прохождений, выживание, выживание прохождений, назову это так. Игра называется Shelter, если я правильно ее произношу. Игра напоминает очень сильно мобильное приложение уже, которое вышло на iOS устройствах, на Android устройствах, Fallout Shelter, кстати, почти с одинаковым названием. Но меня игрушка зацепила тем, что очень много возможностей выживания. Предыстория у нас такая. В мире произошел апокалипсис. Семья, которую мы сейчас сгенерируем, будет выживать в найденной такой секретной базе военной. И мы ее будем проапгрейживать. Довольно очень много довольно интересных возможностей в игре. Я надеюсь, вы поддержите это прохождение. Давайте уже сохранимся в первую ячейку и начнем выживать, точнее создавать. О, как. Итак, первый. У нас будет, значит, 4 в начале персонажа к нам, нашу, так сказать, семью. Могут приходить и другие участники, точнее, NPC, которые могут попасть под наше воздействие, так сказать. Но все происходит абсолютно рандомно, так как это песочница. Давайте первого назовем в честь канала персонажа и попробуем его создать. Мы создаем, генерируем полностью 4 персонажей. Смотрите, даже есть такое некое кастомизация персонажа. Это очень прикольно. Например, такой, давайте такой вот цвет покрасим. Даже цвет кожи есть, смотрите. Ничего себе. Так, цвет волос. Например, черный. Форма головы. Например, оставим. Телосложение можно менять. Только меняется почему-то телосложение. Меняется, ну, рубашка. Ну да ладно, ноги. Может быть, это верх, ну... Игрушка, в принципе, недавно перевелась. Может быть, будут какие-то грешности в плане перевода. Кто его знает, мы посмотрим. Проследим, так сказать, за этим. Так, ну давайте вот такие вот штаны. Так, и вот есть индивидуальные черты. Они намного здесь в этой игре, я так понял, влияют. Поиграл до этого я в это где-то, наверное, полчасика. Ну так, азы, в принципе, понял. Но так, если что-то буду тупить, сильно не пинайте. Оптимистичный, находчивый, гигиеничный. Плохой едок, храбрый, крепко спящий, активный. Я думаю, надо взять активный. И вот самое интересное, здесь есть воспитанный. Подождите, стоп, вот это поменять нельзя. А, вот здесь, видите, предустановки статистики, их самому распределять нельзя. Здесь можно вот так вот образованный, можно выбрать спортивный, беспокойный. Смекалистый, я думаю, смекалистый надо брать, потому что смекалистый, я понял так, что восприятие, это восприятие всего мира, то есть почти каждой ситуации, наверное, как-то здесь это так должно работать, ну, по крайней мере, есть вот такая вот помощь. Восприятие используется при поиске места и определении шанса нахождения предметов, то есть когда мы будем из убежища выпускать наших людей на поиски, я думаю, первый, кого он будет посылать, это Феникса. Так, Феникса мы создали, следующего персонажа мы создадим с именем. Я даже не знаю, как создадим, например, я так понимаю, будет 2 взрослых персонажа и 2 ребенка будет, то есть для полной, так сказать, гармонии. Нужно создавать женского пола. Мы создадим с именем, например, Елена. Я неправильно писал Елена. Вот теперь правильно писал. Так, верхний цвет майки. Абсолютно вообще сейчас на самом деле это не важно. Например, вот так. Цвет волос даже можно выбрать. Форма головы. На самом деле меняется прическа, телосложение. Тут особо ничего не меняется, кроме верхней одежды. Ноги. Ну, например, вот так. Так, что такое руки вверх? Я вот что не понял из всех черт, которые есть. Руки вверх, какая черта есть? Давайте выберем, пусть будет Елена прекрасная. Оптимистично. Вспыльчивая не надо. Восприимчивая, образованная, спортивная. Давайте спортивную выберем, да, чтобы у нее было много ловкости, силы. Такая, чтобы была, так сказать, что могла что-то сделать. Серии приблизительно по полчаса будут выходить. Сколько будет серий, на самом деле, я не знаю. Может быть, уже на третьей серии или на второй серии наши персонажи все подохнут. Принцип, вы поняли, что это выживание. Так, следующее, это будут 2 ребенка. Создадем, например, первого ребенка с именем Эцио.
Не знаю, правильно написал или нет. Сейчас посмотрим, на русском можно писать. Не, на русском, к сожалению, нельзя писать. Я хочу написать Эдсо, только не знаю, как пишется. Ладно, ребята, сильно пинать, если неправильные имена буду писать. Но ладно, Эдсо. Ну, я думаю, так оставим. Выберем только храбу. Эдсо должен быть храбрым. Хулиган, бдительный, выскочка. Смотрите, а у детей совершенно другие статистики, не как у взрослых. По поводу того, что если будем долго играть, вырастут они или нет во взрослых, я, кстати, на самом деле не знаю. Мне это чем-то Симс напомнило. Интеллектуал, гиперактивный. Ну, давайте гиперактивный. Эдсо де Торо. Следующий, последний ребенок у нас будет... Как звали героя последней части этого француза? Ассасина. Ох, не помню, как его звали уже, честно говоря. Назовем Марио, потому что у Эдсо был дядя с именем Марио. Не знаю, тоже правильно или неправильно написал, но, по крайней мере, смысл, собственно, понять. Марио. Марио находчивый будет. Марио будет находчивый. А Марио будет гиперактивный хулиган, бдительный, выскочка, всезнайка. Давайте всезнайка, да? Сделаем его всезнайкой. И нажмем далее. Так, вся семья будет называться. Назовем ее именем канала. Такой не пиар сам себе, да? Так, имя домашнего животного. Здесь самое интересное, можно иметь домашнее животное. Их два, собака или кошка. И они сильно друг от друга отличаются. То есть, смотрите, если это будет кошка, это прирожденный охотник, прекрасно уничтожает крыс. Значит, они будут в нашем поселении появляться. И это первый убийца для них. Незначительно снимает стресс у всех членов семьи. Тоже небольшой плюс. Требует кормления через день. А у собаки лучший друг человека, время от времени поедает крыс, хорошо снимает стресс у всех членов семьи, требует ежедневного питания. Не-не-не, собаку никогда не хочу заводить в своей жизни, и мне кота на самом деле в моей жизни достаточно, я выберу кота. Их меньше кормить надо, они дольше живут, чем собаки. Собаки еще сдохнут, а потом еще жалко будет. Да? Ну что, начинаем. Вы хотите пройти обучение? Не, не хочу. Я уже более-менее попробовал, пошла загрузка. Сейчас нас должны будут переместить наше поселение. Поселение выглядит таким вот образом. Вы уже обратили внимание, наверное, на графику, что она не очень. Ну, игра не цепляет графикой. У нас есть журнал, в который иногда кто-то заносит заметки. Итак, начинается. Теперь мы как одна семья. Это самое главное. Это семья нашей отчетности для тех, кто может найти ее в будущем. Феникс, Елена, Эцио, Марио и наш питомец Кот Бандит. Блин, я кота забыл назвать. Ну ладно, Бандит нормальное имя. Кот Бандит, по-моему, подходит. У нас есть новый дом. Воздух немного затхлый и пол намазан грязью, но крепкий бетон, стены и тяжелая дверь – это именно то, что нам сегодня сейчас нужно. Я не уверен, сколько народу вместит эта семья. Вот такой первый день, чем мы будем заниматься. Итак, я думаю, нужно сразу приступить к крафту. Да, это обучение идет небольшое. В крафте есть 4 уровня и как бы пятый. Но это не все. По-моему, там еще, если мы будем находить вещи, они будут как бы расширяться. То есть это очень, очень интересно. Так, первое, что я хочу скрафтить. Смотрите, даже могилу можно крафтить, если персонажи могут умирать. Другие персонажи могут приходить и добавляться. То есть это неопределенно 4 человека. Спальник первый надо скрафтить. Разместим его здесь вот. Потом как в каком-нибудь XCOM мы дальше можем рыть еще комнаты, пока их столько вот. Издалека это выглядит вот так. Вы спросите, зачем эта машина на колесах, а я отвечу. В машину можно находить и крафтить детали. Мы будем выходить, когда из своего жительства, искать различные предметы, находить их и так далее. Машина нам поможет брать больше вещей и быстрее перемещаться. Но пока своими на двумя. Итак, надо начинать выживать. Так, кровать мы построили.
Так, что нам нужно еще? Нам нужно. Так, селок, что делает? Ловушка поможет поймать дичь. Собирайте, поймайте животных и храните их для употребления пищи. Вот это, кстати, мне нужна веревка. У меня нет веревки пока что, к сожалению. Ведро и швабра, чтобы держать, так сказать, мое поселение в чистоте. Вот крысоловка мне нужна, но у меня нет петли. Так, петли надо на сжигатель. Сжигатель это удобное устройство, позволяющее вам удалить лишний предмет из инвентаря и взамен получить топливо для генератора. Слушайте, по ходу дела из инвентаря просто так удалять вещи нельзя. Либо их сжигать, либо перекидывать на персонажей, чтобы они куда-то уходили и где-то там скидывали. Так, надо душ сделать. Где-то его разместить. Здесь. Ты крафти. Так, Эцо. Что у нас там? Так, кислородный фильтр 66%. Я думаю, нужно. Здесь есть костюм специальный. Нужно одеться и пойти наверх все чинить. Видите, когда я двери открываю, все начинает пищать, потому что начинает заражаться. Так, кстати, улучшить. Здесь есть различные улучшения. Так, прочность. Обезвоживание и сопротивление. На все это дело мне хватает, чтобы увеселить. Увеличивает скорость очищения укрытия от радиации на 10%. Пока, наверное, не надо, да? Повышает долговечность кислородного фильтра на 10%. Повышает долговечность. Вот, наверное, долговечность неплохо было бы. Но я пока просто починю. Вот. Вот он так выходит. Вот так он поднимается. Вот такими делами. Ну что ж, приступим к Эдсо. Эдсо посмотрит карту. На карте будут наши экспедиции. Карта довольно очень. Ну, для игры она очень большеновата, я бы назвал так. Даже очень большовато, потому что мы здесь, и рядом с нами что-то есть. Смотрите, есть ферма какая-то и церковь. Там, возможно, кто-то есть. Так, это журнал. Это котейку можно покормить. Сейчас мы ему корма насыпем. Кстати, кролик бегает. Вот если поставить ловушку, завалить его. Так и убивать животных нельзя, по-моему. Это счетчик Гейгера, радиация. Так, надо их не характеристики открыть. Что, чё, кто хочет. Так, Марио, давай-ка ты на крафте посидишь. Так, туалет, ведро. Мне туалет нужен еще, я про него забыл. Давай туалет устроим прямо вот здесь. И туалет, ведро. Так, чини, да, надо, чтобы взрослый одел костюм. Всего два костюма доступны, так понимаю. И пошел чинить. Теперь мне надо водяной фильтр починить. Так, все-таки надо улучшить, наверное. Увеличивает устойчивость кислородного фильтра к черному дождю песчаным. То есть, чтобы он портился меньше, да? Давайте апгрейдим все-таки. Сразу на апгрейды навалимся. Пока нам время. Время, кстати, ускорять можно через shift. Вот так это выглядит. Так, сейчас у нас уже ночь наступила. Так, у нас еще есть генератор, в который надо заливать топливо. Вот здесь написано, что в нем 2 литра бензина, наверное, скорее всего. Бензином заправляют. Здесь есть надежность. Это типа, насколько его еще хватит. И ежедневное использование. И сколько у меня всего топлива. Здесь у меня есть аптечка и кладовка, собственно, в малом ящике хранятся вот такие все обычные вещи, там кислородные фильтра и все такое. А вот в этом здесь можно, так сказать, полка еды. Так. Главное, чтобы здесь никто не напал. Не знаю, нападать могут или нет здесь. Волки там есть или нет, пока как бы это не важно. Котейка жива, у нее 50% почему-то жизни. Еды ему навалил. Так, уже кто-то жрать хочет. Нет, ты идешь спать. Так, спать. Так, а Марио? Марио на крафте сидит. Так, а что надо на улучшение второго уровня? О, дофига всего надо. Я даже за первую серию, наверное, ничего не успею. Так, спальник у меня есть. А еще куда-нибудь спальник можно запихать?
Никуда, да, не поместится. Даже вниз не поместится. Даже вниз не поместится. Нужна еще комната. Комната. Вот. Чтобы, так сказать... Так сказать, чтобы было. Много вещей разместить и так далее. Так, кто-то только что апгрейдил, да? Починил фильтр водяной. Вода поступает вот в этот бачок. Но вода поступает как? То есть капает дождик, фильтруется, попадает сюда. В общем, если дождя нет, нет воды. Такая вот байда. Вот здесь вот отображается, сколько у нас бензина, еды, воды и так далее. Там подобное. Так, ребята, давайте переодевайтесь, снимайте эти все костюмы. Ну, я сказал, снимайте костюмы. Так, что у нас тут спать хочет? У нас мест нету, пока терпи. Терпи, чувак, терпи. Так, душ кому нужен? Потому что... Так, душ у нас отображается вот этой штукой. Вот ему нужен душ. День второй. Мы целые сутки прожили уже очень хорошо. Видите, вдалеке как будто такие разрушенные дома. Ну, вообще, музыка такая, вы слышите, атмосферная такая, прикольная. Очень-очень красиво так сделано все. Так, поспал, да, следующий. Так, в туалет. Сюда. Так, кто у нас спать еще хочет? Вот так они гадят. Потому что пока такой туалет. Другого пока не можем сделать. Надо сейчас, чтобы Феникс у нас поспал. А потом он отправится в поход. Надо посмотреть, что там у циркушки есть. Может быть, что-то полезное найдем. Так, спит пока, да? Так, кормить пока никого не собираюсь. Потому что, смотрите, еды у меня 9. То есть 9 порций. Слушайте, вот на сон они тратят очень много времени. Надо было создавать персонажа, который, типа, очень быстро спит. Хотя это от комфорта тоже зависит. То есть, смотрите, в крафте есть, я так понял... Второго уровня здесь, видите, есть вещи, которые стресс снимают. Например, душ крутой, сумочка какая-то. Небольшая сумка, они дают 4 дополнительные ячейки, то есть такой типа клад. Коробка для игрушек, но, скорее всего, для детей. Стресс у детей снимает, да. Бронежилет уже тут всякие, там, смотрите, кровати такие уже, да, смотрите. Но односпальные, но они на них, наверное, быстрее высыпаются, мне кажется. Свет, допустим, он тоже тут играет очень большую роль. То есть, если я свет, я думаю, выключу. Здесь свет можно вот так вот отключать. То есть, я думаю, у них паника у всех начнется и будет не очень хорошо. А вот котейка что-то не жрет. Он не сдох там? Не, котейка живет. Хорошо. Треском в туалет ходит. Так. Что мне нужно еще? Туалет, ведро, надежность. Туалет, ведро, ведь чинить можно. Так, вода. Никто не хочет? Хочет. Иди попей. Воды у нас тоже, видите, на 7 порций. Тоже не очень хорошо. Так, надо будить Феникса и дать ему тоже попить. Давай, чувак, вставай. И надо отправляться в первый. Я думаю, будет поход. Ну, отойди ты. Блин, всех навалил на одну сторону. Так, выпить воду. Пьем воду. Все, он по полной программе готов. Отправляем его. Здесь есть карта. И начинаем экспедицию. Да, пойдет у нас он. И никто больше не пойдет. Второй. Один он. Так, отправим его в церковь. 2 литра воды на это потребуется. На каждое исследование тратится вода. Так, наденем на него специальный защитный противогаз. Он одноразовый, к сожалению. Вот, но пока, как видите, у нас их много. Можем шиковать пока что. Так, все. Отправляем его. Все. Отправился. Бывает, приходят вот такие сообщения. То есть, смотрите. Привет, Феникс на связи. Я наткнулся на церковь, и похоже, что там может быть несколько хороших вещей. Хочешь, чтобы я глянул? И можно сказать, типа, не останавливайся, иди дальше. Или иди, я скажу, иди. То есть, может там что произойти, все что угодно. Выстрелить, убить, обокрасть, там, и так далее, и тому подобное. Даже здесь нас обмануть могут, прийти и, как бы, шарахнуть. Вот. Либо торговцы могут приходить. Все довольно очень интересно придумано, мне нравится.
Так, лечить. Котейку надо полечить, а то он что-то 50% жизни-то. Так, вода, иди попей. Так, еще сообщение. А, Феникс на базу. Мы кое-кого нашли в этой церкви. Они дают мне... Видите, перевод как бы не очень. Они подают мне сигналы. Я думаю, что они хотят поговорить. Как я должен поступать? Давай подключимся. Итак, церковь. Так, ну здравствуйте, еще один рискнулся жизнью за своим здоровьем. Так, у него нож. А у меня с собой ничего. Ты действительно рискуешь столкнуться со мной еще? Слушайте, не, биться с ним бесполезно, у меня есть варианты ответа. И причем у каждого, как раскачан персонаж, они по-разному реагируют на такие действия. И вот здесь у меня есть... Ну, блин, у меня был бы с собой оружие, я бы ему по щам надавал. Мы бежим. Возможно, я вернусь и найду тебя позже, ублюдок. Убежал. О-о-о. Вот так. Надеюсь, убежал, да? Ага, фигушки там. А как драться, вот это я не знаю. Так, атаковать. Отобразить здоровье, побег. Еще пробуем бежать. Надо убежать. Блин, если мы потеряем одного персонажа, бой завершен. Здесь прокачка еще, кстати, есть. Я про это забыл, наверное, сказать. Но это сейчас не важно. Так, я надеюсь, он убежал. Он убежал. Он не убежал, ребят, по-моему. Он не убежал. What the fuck? Феникс погиб в первый же день. Вот это пруха. Их трое осталось, походу. Вот это я пошел надел. А, нет. Все, он вернул, слава богу. У-у-у. Ничего себе. Я думал, все, капут ему. Ой, заходи, чувак. Надеюсь, он не видел. Так, восприятие 9. 20 опыта получил. Короче, кошмар какой-то там творился. Надо его еще раз отправить. Пока вода есть, смотрите, у нас воды осталось чуть-чуть. Нам надо ждать дождя. Давайте отправим двоих на экспедицию, я думаю. Так будет полезнее. В церковь мы больше не пойдем. Где мы тут? В церковь мы больше не пойдем. Там этот грязный ублюдок. Здесь маленький дом, маленькая ферма. Идем к маленькому дому. Не, к маленькому дому уже не хватает ни воды. А вот к маленькой ферме мне хватает впритык. Причем воды. Пойдем на маленькую ферму. Причем это ва-банк. Надо будет ждать дождя. Одеваем здесь противогаз. И одеваем вот здесь противогаз. Отправляем группу. Собственно, если они погибнут, останутся, в общем, два ребенка. Как более-менее вариант. Так, еды у меня 8, 9, да? Надо ему покормить дать. Иди поешь. У нас мусорный запах воды. Блин, я бы этого оленя завалил. Все, они отправились. Теперь надо сообщение принимать. Привет, Елена на связи. Мы наткнулись на маленькую ферму, похоже. Да, идти туда внутрь. Надеюсь, они чего-то найдут. Воды. Нам надо воды. У нас кончилась, короче, вода, ребята. У нас кончилась вода, вы представляете? Так, еще сообщение пришло. Феникс на базу. Мы обнаружили кое-кого в маленькой ферме. Должны остановить или поговорить с ними. Блин, давай поговорим, рискнем. Что-то тут коровы убиты. Ты там. Он с ножом. Торговать, бежать, издеваться. Торговать нечем. Попробуем нанять. Мы должны объединиться в одну команду, по крайней мере, на некоторое время. Опасное время теперь настали. Я обучался у лучших и убил всех остальных. Мой послужной список говорит сам за себя. Блин. А у нас не зарежет? Как думаете, а? Ладно, наймем. Ты именно тот тип человек, который нужен нашей команде. Возвращайся в наше укрытие обратно. И благодаря семье ты почувствуешь себя как дома. Ты только что выиграл лотерею. Я помогу защитить тебя и твою семью от отбросов этого мира. Увидимся на базе. У-ху! Настал больше, чуваки. Это означает, что у нас нет воды. Феникс на базу. Мы нашли кое-кого на ферме. Тебе интересно? Да, изучить предметы. Мы что-то нашли. Что мы нашли? Можем 12 предметов с собой взять. Я думаю, все это заберем. Здесь есть древесина, сухой паёк. Это еда. А вот вода, канистра.
Канистр бензина, а вот вода, жидкость. Угу. Одна бутылка воды на такой толпу, это как бы, да? Что-то как-то не очень, по-моему. Ладно, несите обратно это все. Ну, чувак этот идет. Я надеюсь, он нормальный чувак. И как бы это... Не будет бузить, но у него нож есть. То есть, если что, теперь с собой, надеюсь, предметы передаются, если вот я нашел таких чуваков. Так, и наши вернулись. У нас беда. Нам нужен дождь. Я все фильтра починил, но... К сожалению. Так, качнулись. Все переносим в ячейку. Я не знаю, сколько они без воды продержатся. Если нам... Только если дождь пойдет, это будет вообще просто ништячески. У нас одна бутылка воды, ребят. Одна бутылка воды. А нас уже... Сколько? 6 человек, да? Или 5? Короче, куча народу, воды нет. Так, давайте посмотрим. День третий. Случайно наткнулись на эту запись из потертого дневника. Отрывок из дневника номер 40. Я несколько обеспокоен тем, что мы близко не в том возрасте, когда выходит на пенсию. Я знаю, что напрасно говорю об этом снова и снова, но это действительно удручает меня. Я знаю, что мне еще только 42, но время летит как стремительно. Чей-то дневник, короче, был. Так, нового чувака зовут Ричард. Так, чувак хочет туалет. Надо ему устроить туалет. Так, здесь еда. Еда. Сколько у нас еды? 11. Можно покормить. Так, сон. Спать. Здесь еда. А что новый чувак? Новый чувак нулевый, да? Его и отправим. Экспедиция. Где он? Он просто нулевый. Хорошее самочувствие, ничего не делает, находчивый, трусливый. Да, если на него нападут, он сбежит. Его отправим и... Его только отправим, да. Его не жалко. Ага, не, мы его никуда не отправим, у нас воды нету на экспедиции. Ждем этого дождя. Иначе ГГВП труля-ля будет. Вот так вот будет, ребят. Да, и котику надо покормить. Что там с котейкой-то? 50% жизни. Лечи, живи, котейка. Вот. Душ кому нужен? Так, тихо. Вот, по-моему, тебе и нужен душ. Принимай душ. Запускаем время. Ох уж этот мир. Проматываем немного вперед время. Смотрим на свои фильтра. 70%. 70%. День четвертый. 4 дня прожили. По-моему, очень довольно многовато. Уже. Так, она хочет пить. У нас воды. Кто воду выбил? Какой урод? У нас вообще теперь воды нет. У нас нету теперь гребаной воды. Ну кто просил воду ее пить? Вот дура. Взяла, выпила воду. Так, еще есть еда. Надо еду. Ешь давай. Блин, это все будет быстрее израсходоваться. Так, надо помой помыть. Нет воды. Представляете, мы не можем мыть, потому что нет воды. Просто элементарно нет воды. Кажется, у нас есть необходимые части, чтобы улучшить систему. Ну, в принципе... А на что улучшать можно? Увеличивает скорость очищения загрязненной воды водяным фильтром на 25%. Увеличивает долговечность водяных фильтров. Увеличивает эффективность. Позволяет очищать больше воды в секунду во время дождя. Вот это нам надо. А, у меня кожи нет на это. Тогда увеличивает скорость очищения воды. Вот это мне надо. Марио. Нет, Марио, стой. Чтобы туда наверх пойти, надо одеться.
ребят, надеемся, что пойдет дождь. Иначе это будет очень плачевно. Так, что я хотел? Вот это, да. Так, и кто-то к нам идет. Кто-то к нам идет. Надеюсь, это торговцы. Да, это торгаш какой-то. Что ты хочешь? Иногда, кстати, могут обманщики приходить. Помогите, за мной гонится что-то. Позвольте мне войти, пожалуйста. Мне нужно оставить где-то. Я где-то в безопасном месте. Нет. Нас слишком много. Извини. Это survival horror. У нас и так полно людей. Да ты собрался? Иди внутрь. Дождик. Нам нужен, ребят, дождик. Нам нужен дождь. Если не будет дождя, это будет просто... Это будет атас. Сейчас все подойдут к своему. Нам даже сортиры никак не сходить, потому что тупо... Тупо нет воды. Какашку навалил. Они, короче, под себя начинают ходить. Так, лечить, потом снять костюм. Короче, это не очень плохо, потому что появляется антисанитария. Нет, кровать занята. Ждем дождя, как маны небесной. Просто ждем дождя, ребят. Туманы, нет дождя. Есть, он пошел. Исполняется фильтра, теперь всем пить. Всем пить, ребят, на попоище. Ты попил, тебе не надо. Ты попил. Есть, да? Пока идет дождь, всем пить. Всем пить, пока идет дождь. Автоматически управляемые жители укрываются, будут справляться своими потребностями сами. Да мы об этом знаем. А ну, просыпайся давай. Куда ты пошла? Сюда быстрее беги. Давай, давай. У нее жизнь кончается, она уже в таком состоянии, что не готова. Так, и поесть ей надо дать. У нас есть вода, ребята. Нам нужно еще один колодец. Дабы его поставить. А некуда. Так бы я бы еще один поставил, чтобы запасов воды было больше. Даже вниз некуда, представляете? Черт, я не знаю. Так, ну давай. Кому душ нужен? Надо экспедицию делать. Надо делать экспедицию срочно. Делать просто тупо экспедицию. Пойдешь ты. С тобой пойдет новичок. Пока есть вода. Где мы его встретили? У церкви, по-моему. Я не помню. Или маленькая деревня этого бандюгу. Бежали от кого? По-моему, сначала сюда, потом сюда. Сюда пойдем. Протестим. Где фильтра? 5 фильтров. Надо будет еще скрафтить. Так, и тебе фильтр установить. Отправить группу. Надеюсь, там что-то найдем. Теперь нам нужно еда и топливо. Надо генератор починить. Так, ты занимайся починкой. Ты иди в душ. Нет, ты будешь на радио сидеть. Так, мы что-то нашли. Давайте, отправляйтесь. Где они там? Можно, кстати, смотреть за ними.
Нет, зачем нажал вернуть их? Ой, я идиот. Ой, я идиот, зачем я нажал вернуть их? Какой-то график, отчет надежности. Все чиним, возвращаем. Надо срочно ему починить туалет. Стирать быстрее. Бросай починку, иди стирай. Какашки. Чинил, да? Давай быстрее ходи в туалет. Кто там? Отлично, пришли наши. Блин, я тупанул, короче. А фильтра потратились за это? Тогда я одного отправлю. Сюда. Установить, отправить. Два фильтра осталось. Так, отправляем на задание. Так, Рикардо, а ты? Не хватает. Стой, надо создавать. По-моему, да. Или тот же самый я создаю, я не понимаю. Подожди, верстак написано. Жму улучшить. А, да. Слушайте, да, переходим на второй уровень верстака. Это мне очень сейчас поможет. Так, ты душ. Чем мне идет душ? Я ему сказал душ. Он хочет спать. Да срать, иди в душ. А ты хочешь спать. Есть. Сказал спать. Так, ты чё? Ты вообще шикардозненькая. Блин, не успел на рацию ответить. Не успел, не успел, не успел, не успел. Так, стирать. Что это за звук такой был? Кто-то идет, а все свои идут нормально. Ничего, походу, не нашел он там. Потратили только фильтр. Сколько у нас фильтров осталось? Отправим его еще раз тогда, что если там ничего не нашли. Пока если вода, то надо пользоваться. Стой, назад. Так, так. Так, вот здесь еще есть какой-то маленький домик. Вот так вот. Вот так вот, вот так вот. Вот так вот. Половину воды потратим, но это стоит того. Отправить. Так, что мне надо? Мне надо что-то... Нет, не туалет чинить. Ладно, пусть туалет чинит, фиг с ним. Так, в душ сходи. Что там? Привет, я что-то нашел разыскать. Слушайте, дождь прям вообще идет и идет, мне нравится. Так, наверху фильтра тоже нужно чинить, я думаю. Они уже подходят к жопскому концу. Сейчас верстак второго уровня починится. Там есть нормальный сортир. Я надеюсь, материалов на него хватит. Что там еще сообщение? Мы кое-кого нашли. Они подают мне сигнал. Я думаю, они хотят поговорить. Ну, давай. Попробуем. В прошлый раз это вышло не очень. Смотри, она, по-моему, без оружия. Нет, с ножом сразу. О-о-о. Приветствую тебя, путник. Не волнуйся об этом. Я намного больше заинтересован в том, чтобы... выручить тебя. Я сыт, желаю, способен помочь. Если вы возьмете меня с собой, думайте быстро, у меня есть место, которое я должен посетить. То есть... А зачем нам еще один? У нас еды не хватит. Не, не надо. Не жаль, я просто понял, что у нас нет достаточного количества припасов, чтобы предоставить кровь и придет кому-либо еще сейчас. Черт подери, я подумал, что сегодня я получу заслуженное наказание. Увидимся. Отлично. Так бы еще зарезало. Слушайте, у нас тут мухи уже летают. А, у нас кот сдох. Ребят, у нас сдох кот. Ё-моё, у нас сдох кот. Я за кота забыл кормить. У нас сдох кот. Ладно, на этом мы серию закончим. В следующей серии продолжим.